собственно, причина нашей сегодняшней с вами встречи. Это наш первый дебютный EP. Мы называем это альбомом. Все треки авторские, вы можете купить этот диск после концерта, вы можете найти его на цифровых платформах, Apple Music, Google Play и так далее. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Для нас это очень важно. Мы надеемся, что вы получите удовольствие, может быть, и не получите, это тоже хорошо. Главное, чтобы вы не остались равнодушными. Спасибо.
Уже был на наших концертах, известно, что мы играем не только инструментальную музыку. У нас есть прекрасный Василиса Мороз. Добрый вечер. И сейчас у нас поет песню, текст для которой она написала сама. Да. Да, это так. Thank you.
Что выход нашей пластинки случился не просто так, но случился благодаря двум очень сильно повлиявшим на нас людям. Я очень волнуюсь. Это Николай Моисеенко и Лев Трофимов. Мы хотим сказать вам огромное спасибо. Мы уже 1000 раз это говорили, но мы хотим сказать это еще раз. Спасибо. Скажу это название по-русски, потому что по-испански оно будет звучать с жутким акцентом. Любовь по-испански.
Бакенкин. Thank you.
участником. Санджак Турсунов, клавишник. Герман Тигра, бас-гитара. Виталий Эпов, ударный. Никита Блинов, гитара. Виктор Пасенко, Сирена Фуксаком. Меня зовут Игорь Тен. Дальше следующая песня «Revolution». We'll be right back.
финал. Ребята, моя мама приехала. Она приехала из Ташкента специально, оказывается. Хотя я все подозревал. Осталась последняя композиция, которая нет на альбоме. Вот, называется она Central Asia, поэтому ее нет. А еще потому, что я написал Сунджат Русунов. А еще раз повторю, что после концерта вы сможете приобрести наши CD у той стойки. Вот, пожалуйста, кто желает.
Thank you.
ребята, это только что прозвучал национальный узбекский инструмент танбур и сато. Запись сделал наш друг Юнус Раджабей, он также принимал участие в записи Коли Моисеенко на одной из пластин. Спасибо вам большое. Кстати, мама, я все подозревал сегодня, когда папе звонил. Он говорит, что ты по делам ушла. Я уж тогда все понял. Дорогие друзья, повторяю, это наша причина для сегодняшней встречи. Спасибо вам огромное за то, что вы были с нами. Спасибо еще раз Илья Трофимов, Коля Моисеенко, Саша Терпилев. Спасибо большое. Мы за легальную дистрибьюцию, повторяю, мы за легальную дистрибьюцию. Покупайте CD. Спасибо! Где Вася? Василиса Мороз. Да, еще раз. Давайте еще раз. Александр Трусунов, клавишный. Герман Тигай, бас-гитара. Витюша Потемкин, тенор саксофон. Виталий Эпов, ударный. Никита Блинов, гитара. Василиса Мороз, вокал. Меня зовут Игорь Кэм, вместе мы группа Андрей Инкин. Спасибо большое, до скорой встречи.